Как известно, сейчас известный российский продюсер Иосиф Пригожин счастливо женат в третьем браке с Валерией и очень дружен с детьми певицы. Но вот наладить отношения со своими детьми от первого, Дмитрием и Данаей, продюсеру после развода с их матерью Еленой не удается до сих пор. Недавно с Пригожиным произошел случай, который сильно возмутил его. С продюсером связался нынешний супруг его первой жены и попросил о встрече для обсуждения некоего бизнес-проекта. Иосиф категорически отказался вести какие-либо дела с этим человеком, который практически разорил его детей. Ведь уходя, Пригожин оставил им квартиры, апартаменты в 160 квадратов. Все имущество мужчина продал и перевез семью в Ставрополь. Больше по теме: дочь Иосифа Пригожина побывала на концерте его жены в Париже, продюсер смог провести с наследницей лишь один день. Последовавшему после этого звонку сына, как признается продюсер, он сильно обрадовался, подумал, может, Дмитрий, не выходивший на связь с отцом 3 года, соскучился. На предложение встретиться Пригожин пригласил сына к себе домой, чтобы поговорить по душам. На это Дмитрий заявил, что возьмет с собой отчима для обсуждения бизнеса, потому что без него не сможет объяснить бизнес-план. Пригожина, конечно, задело такое потребительское отношение сына. И все же продюсер отмечает, что дети попросту стали заложниками отношений с Еленой. В итоге вынесли все разногласия на публику. В нашей стране что, разводов не бывает? Да постоянно. Но зачем выносить ссор из избы? Ведь с бывшей женой Леной я тоже пытался решить все миром. Даже на день рождения ей машину подарил. Сыну купил 2 автомобиля. Квартиры оставил. Чем я заслужил такое отношение? Негодует Пригожин в интервью изданию Star Hit.